29 декабря в преддверии Нового года для людей с ОВЗ и инвалидов-колясочников был организован праздничный вечер. Для гостей мероприятия были накрыты новогодние столы с различными вкусностями. Кроме того, в праздничном мероприятии приняли участие представители администрации города в лице заместителя главы Каспийска Гусейна Ункилова, помощника главы Арсена Базаева и руководителя общественной палаты города Каспийска Альберта Ахмедова. Вы знаете, я хотел вас поздравить с наступающим Новым годом. Вам пожелать крепкого здоровья, чтобы оно крепчало у вас, потому что вы сильные люди, вы сильным духом люди. Стоит подчеркнуть, что значительную поддержку в организации вечера оказал владелец заведения «Чайный дворик» Раджаб Раджабов, а также от лица главы Каспийска Бориса Гонцова совместно с руководителем общественной палаты Альбертом Ахмедовым были вручены подарки в виде продуктовых наборов.